Результатов на самом деле тысячи, И начала я, естественно, с себя, начала с противопаразитарной программы. Если я не могла определенные там вопросы по состоянию здоровья решить в течение 2 лет, то с помощью разных там методик, которые я использовала, то биорезонансом я решила это всего лишь за 2 недели. Еще ситуация по поводу псориаза. У меня один пациент был 40-летний. У него псориаз очень длительное время, он лечится разными мазями. То есть, в принципе, все, кожники рекомендуют все накожное. Периодически она у него утихает, потом опять, в связи с тем, что он работает на машине из бензина, возможно, это тоже дает интоксикацию и обострение. Он купил прибор. Я ему поставила только программы детоксов, просто вот чистки всякие. Печени, почек, детоксикация общая, лимфа. То есть я поставила общие программы просто на чистки. Через 2 недели у человека просто кожа, как у младенца. Ну, соответственно, мы дальше начали проходить лечение, уже тестирование и программирование. Но сам факт, что настолько быстро все это пошло, что человек просто был поражен, и он ничем сверху не мазал. Просто принимал и пил в течение дня воду. Я была в Египте, и ездили мы там на ночную прогулку. Ужин был в пустыне. Все было полно, наполнено экзотикой, так интересно все было. Но когда я приехала домой, у меня поднялась температура до 40 градусов. Болела голова так, что я думала, что она сейчас просто отломится, все лопнет. Когда я села программировать прибор, причем так очень быстро развивалось вот это вот состояние, такое мое плохое, у меня планы были поставить одни программы, но я вспомнила этот ужин, и я, так как мы были в Египте, я решила все-таки поставить грибковую инфекцию. Что вы думаете, через 10 минут у меня совершенно перестала болеть голова и температура пошла на понижение. Вот такой вот замечательный результат. Результатов масса. Вот из последних очень долго страдала гайморитом. Буквально каждые 2 месяца гайморит, больничный. На работу не ходим, лечимся, кукушки, всевозможные процедуры немыслимы. После того, как я познакомилась с такими уникальными технологиями, 2 года я вообще не болею. Вообще ни одного раза не была на больничном. У меня была ситуация, я покупала в рассрочку компьютер в магазине. И девочка, которая заформляла все эти документы, сидит с таким кислым видом. Я говорю: девушка, вы себя плохо чувствуете? Она говорит: у меня целый день зуб болит, уже хочу уйти. Я включаю антиболь, за шиворот ей. Пишите дальше. Она минут 15 посидела, говорит: а что это такое? Я говорю: вот прибор такой. Он говорит: слушайте, если бы я такое знала. То есть настолько так быстро сработало, человек целый день корчился. Один из ярких результатов, который мы получили, это был на моем отце, который страдал больше 5 лет артритом, пяточные шпоры, простатит, и уже отчаялся вылечить обычным способом, когда он обращался к докторам, временный результат и возвращение к исходному положению. То есть какие-то физкультурные нагрузки на суставы, это все не приносило 100% излечения. После покупки Smart Life, которая состоялась в марте этого года, он прошел лечение после диагностики, составился комплекс лечебных программ. Около 2 месяцев прошло с того момента, как он начал лечиться. У него прошли боли, у него размягчились пяточные шпоры. Они не ушли за 2 месяца, но тем не менее болевые ощущения ушли. И боли в области простаты, это все прошло полностью. До 2 лет у меня ребенок постоянно болел ангинами, и мы постоянно таблетками лечили. С прибором, когда познакомились, пролечили 1 раз, очень долго дитё не болело. Теперь, получается, постоянно и живот, если у дитя болит, или там голова у кого-то. То есть все проблемы мы решаем только приборами. Я отримав его одним из первых, коли вони прийшли. І зразу почав користуватися, і я дуже задоволений. Моя подагра заспокоїлася без ліків, і з хребтом, остеохондроз, радикуліт, все це дуже спокійне. І чоловічі проблеми там вже з віком, вікові там з простатою теж набагато краще себе почуваю. Я дуже довгий час боролася з проблемою випадіння волос.
Я похудела на 25 килограмм. Мне 54 года, может, это какие-то гормональные климактерические изменения, но волосы начали выпадать. Я старалась применять всякие бальзамы, менять шампуни, консультировалась с косметологами. Результат был очень, ну, незначительный, то есть волосы выпадали, продолжали выпадать, может, не в такой значительной степени. И вот, когда я настраивала прибор на свои диагнозы, которые я после диагностирования я увидела, вот, я нашла программу, которая называется «Алопеция», это облысение, выпадение волос. Я поставила эту программу, то есть практически получилось, что первая программа, которую я поставила в этом приборе, это была как раз, вот она начиналась на букву «А», я практически, ну, как бы случайно, но вот она попалась мне на глаза, я ее оставила, эту программу. Хотя я не могла даже поверить в то, что на самом деле это может действовать. И представьте себе мое удивление, когда вот я со временем, когда я применяла прибор, где-то уже через 4-5 дней количество волос стало на расческе оставаться меньше, меньше и меньше. И в итоге мои волосы перестали выпадать. То есть количество волос, которое я вижу на расческе, это то количество, которое соответствует норме. То есть волосы мои беспричинно перестали выпадать. Могу сказать, я всегда эти приборы проверяла на герпесе, который вот действительно, это неубиваемый вирус. Вот, поверить в то, что его убить, я могу вам честно признаться. Вирус герпеса не убивается. Это говорят доктора, которые в этом очень хорошо разбираются. Если у вас мощная иммунная система, да, она его подавит. Если ваша иммунная система немножечко начинает давать слабинку, он тут же проявляется. Но как можно с ним бороться? Можно герпес лечить и болеть им неделю, можно его не лечить и все равно болеть им неделю, да? То есть пока он не пройдет свои все этапы. Я могу честно признаться, этим прибором вчера у меня утром начал активизироваться герпес. Я еще подумала, боже, ехать как-то навстречу к людям с герпесом, ну как-то совсем. Я беру тут же, выставляю программу, я знаю герпес, который живет тут в моем теле. Я выставила программы, я два раза, два комплекса, два часа 30 минут был комплекс я создала. Я дважды провела его за вчерашний день. Вы видите на моем лице герпес? Его нет. То есть ему прибор не дал, просто он его подавил настолько, что он ему не дал поднять голову, и, соответственно, он у меня не пошел дальше. Все. С помощью смарт-лайфа получен уникальнейший результат. Такая распространенная проблема, распространенная среди мужчин, как храп. Официальное название – апноэ. Так вот, апноэ убирается с помощью прибора в течение 2 недель. Когда она пришла ко мне на обследование, я применила методику вегеторезонансной диагностики, тестирования и определила первопричину заболевания. Первопричиной заболевания оказались паразиты, в частности, анаплазма маргинале. Есть такой паразит, который поселяется в клеточках крови, в частности, в селезенке и не только. И питается эритроцитами крови. Вот. И когда я обнаружила этого паразита, все сопоставила ее состояние и сразу приняла решение, что ни в коем случае, в данном случае, не нужно применять химиотерапию. Мы запрограммировали вот такой вот прибор биорезонансной терапии, биорезонансных частот. Конкретно поставили программы детоксикационные, дренажные. Далее непосредственно на то, чтобы биорезонансными частотами уничтожить эту анаплазму маргинале, вывести все токсины с организма, запрограммировали поддерживающие программы и на иммунную систему, и на поддержку печени, и на восстановление селезенки, и на эндокринную систему. То есть, как бы, все усилия приложили для того, чтобы в целом помочь организму, а не только лечить какой-то один орган. И через 2 месяца мы получили прекрасный результат. У нее через 2 месяца восстановился гемоглобин в пределах 100. Первоначально гемоглобин составлял 53 единицы.
На данный момент эта женщина живет и здравствует. У меня есть одна пациентка, которая в течение 2 лет носит приборы, ну, предыдущего поколения, неважно, но сам факт, что она, ей 72 года, она уже в течение 2 лет не вызывает скорую помощь. У нее калькулезный холецистит, то есть у нее камни, и у нее такая выраженная панкреатопатия, которая постоянно чуть что-то не то съела, вызывала сильнейшие боли, скорая за скорой. Ну и, соответственно, это еще вызывало скачки давления. Вот за эти 2 года у нее ни давление, ни скорой помощи, и она уже и ест, и пьет все, что хочет. То есть может себе позволить. И хочу поделиться результатом. Результатом по моей сотруднице, сотруднице центра нашего. У нее ребенок очень сильно всегда болел, частые простуды. И вот еще до того, когда она стала нашей сотрудницей, уже перешли на сильные гормональные препараты и решили попробовать какие-то альтернативные способы, потому что медикаменты, они, ну, сильно влияли на состояние здоровья ребенка в плане того, что пошли побочные эффекты всевозможные. Родители были в отчаянии, когда они только узнали вот о биорезонансной терапии, они сразу зацепились за эту тему, стали разбираться. И буквально на следующий день они приобрели прибор, сделали диагностику ребенку. Кого же было удивление родителей, когда узнали, что аскарида. И аскарида, причем личинки, находятся в легких. Вот откуда был этот астматический эффект, астматический компонент. Бронхиальная астма с астматическим компонентом. 3 дня работы с прибором и, конечно, очень большое количество вышло этих гельминтов. Но самое главное то, что буквально 2 недели, и ребенок перестал кашлять, перестал задыхаться, то есть он вернулся к нормальному состоянию здоровья. Родители безмерно счастливы. Еще хочу сказать, что вот прибор действует на расстоянии 4 метров. И когда я применяла этот прибор, в основном это было в ночное время, я ложила его возле себя под подушку. Но самое интересное, что моя дочь, которая спит от меня не очень далеко, то есть как бы у нас в спальне 2 кровати рядом находятся, недалеко, поэтому у нее тоже волосы перестали выпадать тоже. Она не делала никаких косметических процедур, шампуни не меняла, просто очень часто пользовалась разными утюжками, вот этими плойками, всякими фенами. Она моет голову практически каждый день. То она сейчас перешла на сам процесс мытья головы, где-то занимает не каждый день, а через 3-4 дня. То есть волосы перестали выпадать, они перестали у нее быть сечься так, как это было раньше. И не так быстро появляется вот этот жир, который проступает на волосах. То есть они не так быстро жирнеют. Нещодавно захворів ангіною, то вилікував буквально за день. Така гостра ангіна пройшла абсолютно, щезла. І з серцем в мене почалися того року проблеми. Теж мені лікарі виписали багато дорогих дуже ліків. Зараз я нічого не п'ю. От, мені досить цих частот, цих програм, які є в приладі, я ними користуюся. Дякую, мене звуть Зеленський Олександр. Мною получений результат, унікальний результат. Одна жінка, 86 років. Диагноз 4-й степени рака груди. В течение 2 месяцев с помощью прибора SmartLife диагноз опухоль уменьшилась в 2 раза, и женщина себя чувствует прекрасно. Очень хороший был опыт. Это элементарные бородавки, которые вот на теле появляются, и виновниками этих бородавок является вирус папилломы, ну, определенные его тоже разновидности. У меня появилась она в таком неудобном месте, не буду говорить где. Я взяла, поставила этот прибор. У меня буквально на 3-й сеанс я начала замечать, что она просто начала усыхать. Все. О приборе я узнала от доктора Зеленской Ольги Николаевны месяц назад. Купила его и очень довольна. Пользуюсь уже 3 дня. Программа «Антистресс» мне очень помогает. И вот буквально на днях получили уникальный результат. 4-летний ребенок, у которого все время в вопросе стоит поджелудочная железа. И вот он жирно съел, не то что надо, и у него появился ацетон.
и рвота, постоянно рвота, и определили ацетон, причем в очень высоких титрах. Сразу поставили прибор на очистительные программы детоксикационные и на комплекс по поджелудочной железе. Значит, рвота прекратилась во второй половине дня, и ночь прошла. Утром пошли сдавать анализ крови, там полный, развернутый, все, что необходимо при ацетоне, и все. Весь день ему ставили дренажные детоксикационные программы. То есть и ночью ставили, утром сдали анализ. Вечером получили анализ, причем в дорогой лаборатории, то есть это не какой-то там. Ацетон был в норме, и все анализы, показатели по поджелудочной железе, которые доктор написал, были в норме. Обычно уход ацетона для ребенка, как мне сказал детский эндокринолог, до 7 дней. Вот такой блестящий результат за одни сутки мы получили. И тваринам допомагаємо, і лікуємо досить серйозні проблеми. Навіть коли цього року дуже було багато кліщів на моїх собаках, я їм став програми по хворобах, які викликають кліщі. Жодна собака не захворіла, хоча я знаю, ветеринари казали, що дуже багато собак захворіли. І я хочу поділитися великою радістю, тому що приміняю прибори біорезонансної терапії, я за півгода похудела на 20 кілограмів. Тільки сугубо приміняю цей прибор, тому що ніякі дієти, які я приміняла раніше, не могли допомогти мені в цій проблемі. Избыточный вес у меня был на протяжении 30 лет, когда вот я забеременела, и после родов у меня вес уже не возвращался. Мой начальный вес был до родов, до беременности, 65 кг. Это было порядка 30 лет тому назад. С применением прибора биорезонансной терапии это очень легко, потому что практически мы не меняем образ жизни. Не надо сидеть на диетах изнурительных, не надо заниматься часами упражнениями. То есть человек ведет обычный образ жизни. У меня трое деток, мы постоянно получаем результаты. Больше одного дня мы не болеем гриппом, потому что есть хорошие программки. Нажал кнопочку, буквально 2-3 часа проходит температура, с 38 до 36 спускается. Мы лечили краснуху. Мы лечили ветрянку, не было у детей шрамов, не было никаких последствий в виде осложнений на почках, на других органах, то есть достаточно быстро. Сегодня я хочу рассказать о результатах, которые были получены человеком совершенно случайно. Я была на отдыхе в Турции, компания вот организовала нам шикарный отдых в одном из пятизвездочных отелей Турции. И отдыхая на пляже, я увидела человека, который приходил с женой. Он был спортивного телосложения. И вместе с тем человек не шел к морю купаться. Он ложился на лежак. Жена ему тут же стояла рядом с пакетом со льдом. У него нога была в эластичном бинте. И видно было, что у человека серьезная проблема, которая не позволяла ему даже насладиться прелестями Средиземного моря. Оно было вообще в тот момент просто шикарным. Так вот, я когда вот это вот понаблюдала пару дней, я все-таки потом не выдержала, подошла к его жене, она оказалась русскоязычной, а муж у нее житель Стамбула, то есть из Турции. Вот, да. Я решила красивее выразиться. Вот. И, соответственно, то есть я спросила, действительно серьезная проблема, не хотели бы вы, чтобы я немножко помогла? Она говорит, вы знаете, он 4 месяца назад получил травму ноги, то есть там были проблемы с сухожилиями. Вот, и говорит, 4 месяца мы на обезболивающих, что мы не делали, ничего мы не могли решить. И вот он, несмотря на то, что человек спортивного телосложения, занимается своим здоровьем, страдает, потому что он вообще еле ходит, и постоянные боли. Я сказала, что мне нужно 20 минут, я вам запрограммирую прибор, я вам его дам, вечером мы встретимся в отеле, вы мне его отдадите. Рассказала, как пользоваться, тут же на пляже запрограммировала прибор. Я запрограммировала на растяжение связок, на растяжение сухожилий, снятие воспаления и поставила пару программ, которые снимают боль.
Я вам хочу сказать, на вечер он сказал, говорит, у меня нет денег, но я не хочу вам отдавать этот прибор. Я, говорит, уже давно не испытываю того состояния, которое я получил за вот эти считанные часы, пока прибор находился у меня.